фитнес. Сегодня мы здесь, на этом великолепном празднике спорта. Сегодня он собрал под одной крышей кучу спортсменов, кучу фанатов фитнеса. Дима мне этим и импонирует, что он не боится рисковать, не боится экспериментировать, хоть иногда и отхватывает, так сказать, большую кучу хайпа и негатива, но это нормально. Я, на самом деле, с предвкушением ожидаю всего того перформанса, который будет происходить сегодня здесь, в Москве. С точки зрения стратегии, масштабности, организаторства, Дима. Партия здесь добрался. Сколько прошел? 20 тысяч шагов. Александр Сергеевич проходит день 20 тысяч шагов. Поэтому он большой, красивый, накачанный, загорелый. И вчера намазался автозагаром для того, чтобы немножечко показать мышцы. Большое спасибо вот этой девушке, потому что если бы не она, если бы не эта женщина, не было бы Димы и Жанны. Этого мероприятия. Спасибо большое. Всем спасибо большое, что пришли поддержать нас, всех спортсменов. Да. И такое большое количество людей здесь. Мы очень рады, что вы занимаетесь спортом и живете именно этим миром. И тренируйтесь с Optimum Fitness в любой точке мира с Дмитрием Ишанькиным, с Оксаной Ишанькиной. И с другими тренерами, экспертами в области фитнеса, самыми лучшими. С 15-16 июня я проведу семинар по функциональному фитнесу в городе Ереван. И это будет нестандартный семинар. Он пройдет не как обычно в фитнес-клубе, а в государственном Ереванском медицинском университете. Я расскажу о физической подготовке бойцов, борцов, представителей различных видов единоборств. Я думаю, кроссфитерам это тоже будет полезно, это будет особенно полезно тренерам. Это будет что-то невероятное, я вам обещаю. Переверну вам мозги. Два дня, 15 и 16 июня. Ереванский государственный медицинский университет. Регистрация уже открыта. Бежим регистрироваться. До встречи на семинаре. А это приз за мужскую зарубу, мужской подарок. Это пушка. Она настоящая, она почти настоящая, она безопасная. У нас все по любви, по дружбе. А это просто классно подержать в руках настоящую пушку.
Егор Попретинский, суперзвезда виндсерфинга, здесь с нами сегодня, прямо из Дахабы. Круто. А куда ты прилетел? Да, прилетел из Дахабы специально, чтобы в Москве повидаться с лучшими ребятами в фитнесе и другого спорта. Так рад вообще, супер. И спасибо, что ты с нами, и спасибо за то, что ты делаешь. И пусть мальчишки и девчонки приходят в спортивные залы, тренируются, бывают там чаще, меньше делают всякой фигни. Один человек, который заряжен идеей менять себя, заниматься спортом, он заряжает все свое окружение. Поэтому спасибо огромное, друзья, всем. Продолжаем работать. Олег Соколов. Старший тренер сборной России по бобслею. И удостаивается чести получить награду. Итак, третье место. Колтовской Сергей с результатом 2 секунды, что ли? 0,6 сотых. А он быстрый. Скорострел чуть не сказал, а нет, сказал. Сергей Колтовской, третье место, медаль. Second place. Владислав Ригер. Селеба Ригер. Первое место. Ива Мангусова. Прошу вас. Главный судья соревнований, судья национальной категории Артем Латышев. Готов? Юноша, начинаем с третьего места. Мы отприседали. Александр Сергеевич, бронзовая медаль. С результатом 60 кг 16 раз. Кухтенков Павел занял третье место. Второе место с результатом 55 кг на 30 повторений занял Федоточкин Алексей. Первое место 55 кг на 32 повторения Федоров Антоний. Девушки. Дмитрий, смотри, всего две. Итак. Второе место. Шишкова Алина. 45 килограмм. 15 повторений. Это девушка, которая весит 45. Занимает второе место. Получает серебряную медаль. Макс, потом разыграем бронзовую медаль. Она никому не досталась. У нас есть медаль. И победительницей становится Каспарова Кристина. 70 килограмм. 40 повторений. Вот это да. Вот это молодец. Вот это круто. Вот это здорово! Призы от Чиколаб, Фитерекс и других наших спонсоров и партнеров от Вина Спорта. Майк Родри. Мужчины. Третье место. Николай Старых. 65 килограммов 72 раза. Старых Николай, третье место, Колтовской Сергей. 85 килограммов, 85 раз. А победителем становится Осинчиков Дмитрий. 95 килограммов его вес, и он присел 101 раз. Это невероятный результат! 101 повторение, мужик, как ты это сделал? Что ты кушаешь? Чувак, ты крутой. Абсолютный чемпион мира среди молодежи по бодибилдингу.
Многие недооценивали на самом деле Диму Ишанькина. Те старые форматы проведения мероприятий, а-ля соревнования по бодибилдингу, соревнования по мэнсфизик, они уже в прошлом, это уже архаизм. Мы просто должны себе в этом признаться. Дима, проводя вот такие соревнования, он, как никто другой, помогает развитию спорта. В спорте, помимо того, что ты становишься там сильнее, здоровее и могучее, есть куча других более важных вещей. Это прежде всего инструмент взаимодействия с другими людьми, с социумом. Да, спорт – это как некая новая религия в нашем современном мире. Да, потому что мы с вами так или иначе взаимодействуем по разным направлениям. Да, то есть по работе, по семье, по национальности, по языку, по вероисповеданию и так далее. И спорт – это один из тех инструментов, который помогает нам объединяться. Дима, он очень четко это чувствует, объединяя разные направления, модные, более традиционные, которые воплощаются вот в такие события. Arm Gym Wrestling. То есть это рука, джим-гимнастика, джимнастикс и борьба. Напомню, что судьей наших соревнований по Arm Gym Wrestling выступает Горин Антон, чемпион и призер многих российских и московских турниров по Arm Wrestling, ведущий организатор любительских турниров в Москве. Салдыбаев Ричард. Бронзовая медаль. Вторым становится Пташко Владимир. Весь блок сколько раз? На один раз весь блок. А первое место, что сделал хорошо? 9 повторений весь блок. Вот так. Вы пробовали это делать? Arm Gym Wrestling. Это тяжелая штука. Ну классно. Ты первый раз, что ли, первое место занял? Чемпион по серединке, вот первый раз первое место. Бронзовым призером в категории до 90 килограммов в Arm Gym Wrestling становится Малолкин Анатолий. Малолкин Анатолий сделал 14... Тихо, осторожно, аккуратно. 14 повторений ты вот это сделал. Серебряный призер Чалый Дмитрий. 15 повторений. 15 раз. Весь блок. Обалдеть. Аккуратно. Чемпионом становится Абрам Дмитрий. 20 повторений. Весь блок. 20 повторений. Ты чемпион. Спасибо, что вы за них болели и переживали. У нас сейчас сильная девочка должна быть, да? Сильная девочка, у которой сильная рука. 69, вот так. Зайцева Мария, чемпионка Кубка Ешанькина 2019 в Москве. Впервые в Москве, впервые по Arm Gym лифтингу чемпионкой становится вот эта девочка. А ты по арму борешься. Tell them how it is, tell them how it is. Turn my life to a story, you can tell it to my kids. It was all about the glory, it was never about the biz. But I needed paper too, so the shit is... Владимир Головин, 95 килограмм, 26 повторений. Stretching out the word, stretching. They call me Black Arnold, can't nobody out flexing. Talking to the moon, see me. Итак, Хим Георгий. Второе место, серебряная медаль. Тренироваться в любом спортивном зале. Итак, Шерзот Якуб. На благо спорта Дима умудряется найти общий язык как с молодежью, так же и со средними годами спортсменами, да, и также с ветеранами. То есть он говорит со всеми на понятном им языке.
Мероприятие получилось кайфовое. Уверен, что те дисциплины, которые они в этот раз задействовали, у них есть будущее. Дима, я тебе желаю удачи. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алан Богословский. Я официальный представитель Книги рекордов России. Сегодня будет совершен рекорд круги Долосала с закрытыми глазами. Под ваши бурные аплодисменты, друзья. Раз, два, три, вместе, четыре, пять, шесть, громче, семь. 26, 27, 28, 29, 30. Александр Кучеву. Они будут сегодня зарубаться в армджип-рестлинге и в толкании тележки для бобслей по боб-стартам. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Я передаю слово Максу и представителям сборной России по бобслею. Жаркие бетонные плечи, мы так это называем. По-моему, мы еще не придумали название, у нас они бывают каменные,
горячие бетонные, горячие плечи. У нас есть классные майки, которые мы делали для битвы за хайп. И мы подарим эти майки тому, кто решится выйти и получить по плечину. Максимально положительное, веселое, мне здесь нравится. Я как один из самых шумоголовых участвую везде, даже там, где не просят, и даже там, где не могу. Но всегда рад участвовать там, где есть Дима и Шейкин. Дмитрий, спасибо тебе большое. Муатом. Декорация, организация, охрана, свет, звук – это все она. Это вот этот прекрасный человек. Маша Соколова, главная по блогеру. Леночка, Лера Игнат, Лера тортиком сейчас занимается. Это наша Лера, наша подружка, ты классная. Я про тебя не говорю. Паша толкал тележку, в призы не попал. Пусть со мной тренируется. Не с этим там. Со мной, бесплатно, при всех, обещаю, любовь всей моей жизни, гимнастка, чемпионка, красавица. Это все благодаря тебе. Я не великий, но ты великая. За каждым говорят, великим мужчиной стоит великая женщина. Ты великая женщина. Я хочу стать великим. Я признаюсь вам это. Благодаря тебе у нас это получится. У меня это получится. Бронзовая медаль. Куба. Достаются. Алексей Шредер. Итак, серебряный призер в Arm Gym Wrestling. Владислав Ригин. Виталий Карповский. Картовый псих может и передарить. Ты обладатель кубка Мишанкина в Arm Gym Wrestling. Встаньте, пожалуйста, призеры рядом, сфотографируйтесь. Дмитрий, Александр. Итак, награждение за следующую дисциплину. Это у нас бокстап. Третий результат. Бронзовая медаль. Кубок за третье место. Сертификат от Рибок достаются Михаилу Прыгунову.
Вторым становится Сергей Миронов. Первое место. Сумка там еще какая-то. Сумка, крепкая сумка от Uber Bucks. Ригерт Владислав. Чемпион. Ешанкин Кап в Москве. Бабу к старту. Обладатель кубка Ешанкина. Sandstorm, I fought it. Присела 60 раз Анжелика Легошина. Третье место, бронзовая медаль. Второе место, серебряная медаль. Такие же призы, только чуть-чуть подороже. Мария Евгеньева, 84 раза с весом 35 килограмм. Маша, сколько? 84 раза. А победительницей становится Галина Масловская. Присела 85 раз весом 40 килограмм. Здесь как бы все официально, в Конаково все так по-дружески и все очень весело, задорно проходит, разные, тем более прикольные конкурсы будут для блогеров, можно будет за кого-то поболеть, может быть над кем-то поржать. Но вообще на самом деле я хочу поехать просто отдохнуть немножечко от Москвы, провести время на Волге, в Тверской области, не знаю, там пожарить шашлыки и пообщаться со своими друзьями и коллегами по цеху. Поэтому я в предвкушении завтрашнего дня, когда мы все с ними встретимся в Конаково. Ну и в том числе вы увидите, как это все происходит.